Информационные акценты уходящего дня для вас готовы расставить журналисты Котласского объединения телевещания. В студии Александр Узавин. Здравствуйте. Котлас сегодня стал площадкой для диалога ведущих акушеров-гинекологов и неонатологов не только Архангельской области, но и России и северо-запада нашей страны. В центре внимания – создание эффективной системы родовспоможения в регионе. Развитие пренатальной помощи и совершенствование маршрутизации беременных женщин. С одной стороны, сложные, где-то даже неясные понятия, с другой – вполне конкретные. Их суть сводится к одному – сделать процессы вынашивания и рождения ребенка более эффективными, снизить уровень заболевания мамы и дитя. По статистике, в области только 20% – это здоровые роды, остальные проходят с осложнениями. Уверен, что это без сомнения приведет, во-первых, и к чему мы, в общем-то, стремимся, это к снижению показателей и сохранению жизни как и здоровья как беременных женщин, так и новорожденных детей. Для этого в Архангельской области создана трехуровневая система оказания медицинской помощи. В части родовспоможения самый высокий уровень А займет строящийся в столице региона перинатальный центр. Он будет оснащен современной техникой и высококвалифицированными специалистами. Его задача – оказание комплексной помощи в диагностике и лечении детей с врожденной и наследственной патологией и полным объемом медицинской помощи беременных с соматической патологией. В районных больницах женщины будут получать медицинскую помощь на амбулаторном уровне и в условиях дневного стационара. Кроме того, будет предусмотрена возможность оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. То есть от того, как правильно женщина будет информирована о своем здоровье, о здоровье своей беременности, о тех перспективах, которые ее ждут, в том числе рисков и в том числе неблагоприятных рисков для ее будущего ребенка, будет связано принятие решения о том маршруте, где она должна родить ребенка. Котласская горбольница и акушерско-гинекологический стационар занимают вторую позицию. Для этого в них созданы все условия. Имеющееся оборудование обеспечивает безопасное вынашивание и рождение ребенка. В этом прежние специалисты накануне убедились лично. Котласский родильный дом, вот это родильное отделение и женская консультация произвела на меня очень положительное впечатление. Я могу сказать, это одно из лучших учреждений по оснащению, по своим возможностям в Северо-Западном федеральном округе. В числе необходимого и дорогостоящего оборудования, имеющегося в Котласском акушерско-гинекологическом стационаре, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы, которые в реальном времени ведут мониторинг состояния новорожденных, от измерения давления и пульса до диагностики работы жизненно важных органов. Мы в этом году, например, купили 4 фетальных монитора. Это как раз вот мониторы, которые позволяют определить состояние плода у беременной женщины. В этом году 4 таких единицы оборудования было приобретено. На перспективу мы планируем приобретение аппарата ИВЛ. Это достаточно дорогая позиция оборудования, там 2-3 миллиона рублей. Параллельно Котласская горбольница решает и кадровый вопрос. Например, за счет целевого обучения будущих специалистов в Северном государственном медицинском университете. Все это способствует системному оказанию медицинской помощи. Котлас продолжает отогреваться под теплыми солнечными лучами, но дорога по улице Чиркова не соответствует погодным реалиям. Лужи, грязь и зловоние сегодня дополнили перечень проблем загруженного автомобильного пути. Звонок в Котласский горводоканал поступил сегодня утром. Причина – общий засор канализации по улице Чиркова. Несмотря на то, что подобные вызовы для сотрудников не редкость, избавиться от засора быстро не удалось. С нагрузкой не справилась даже каналопромывочная машина. На устранение неполадок потребовалось 2 часа, хотя подобных аварий можно избежать. Как предотвратить? Не спускать? Там сверху спускают, наверное, тряпки, да что там? Сейчас промыли, вот, может опять через неделю опять стать, может через месяц. Трубы ездим, промываем. Дважды бригада горводоканала выезжала на проверку результатов устранения протечки. Но вода покидает дорогу крайне неохотно. В результате повышается насыщенность грунта. Следовательно, на неопределенный срок отходит и запланированный капитальный ремонт дорожного полотна. Теперь автомобилистам остается ждать, когда ремонтникам начнет благоволить не только погода, но и судьба. Молодой житель Архангельска во время прогулки с собакой обнаружил подозрительный ящик. В деревянной коробке оказалось 3 мины.
Вернуться к опасному открытию молодой человек решился только на следующее утро вместе с другом. Убедившись, что дело серьезное, ребята решили позвонить в экстренные службы. Как оказалось, опасности ящик не представлял. В нем находились учебные противотанковые мины ТМ-62 78 года производства. Набивка – обычный песок. Массогабаритные макеты такого типа использовались раньше на учениях. Боеприпасы изъяли для дальнейшей утилизации. В Коряжме завершились двухдневные состязания по пожарно-прикладному спорту. Они проходят в Поморье уже в 11-й раз. В прошлом году кубок победителя уехал в Вельск. Кому на этот раз досталось золото, в нашем следующем материале. Внимание! 22 команды из городов и районов Архангельской области, почти 150 пожарных спасателей, специалистов подразделений Государственной противопожарной службы Архангельской области. Те, кто дежурит в караулах, выезжает на возгорание и дорожно-транспортные происшествия, на 2 дня освобождены от своих прямых обязанностей. Пришла пора показать свое мастерство и профессиональные навыки. Для роста спортивных достижений мне это интересно, меня это впечатляет. Ну и в пожарном деле... Как бы навыки растут после этих всех соревнований. Накануне участников состязаний ждали 4 испытания, где учитывались результаты каждого. Этапы второго дня, пожарная эстафета и боевое развертывание стали общекомандными заданиями. Здесь главное – слаженность действий всех спортсменов. Каждые 2 года у нас проходит своя спартакиада по пожарно-прикладному спорту, где вот встречаются все команды и, соответственно, получаем и там богатый опыт. Ну а для нас эти соревнования, скажем так, являются пробными, и показать, что мы, по крайней мере, не хуже других. Место проведения соревнований для пожарных организаторы меняют каждый год. Раньше гостей принимали аутсайдеры, набравшие наименьшее количество баллов, чтобы подтянуть результаты. В 2016-м порядок изменили. Главное спортивное мероприятие для огнеборцев в этот раз прошло в Коряжме, где базируются одни из сильнейших команд региона. Такая смена позволяет прежде всего укрепить материально-техническую базу в муниципальных образованиях. Если нет снарядов соответствующих, там бум, забор и так далее, их надо готовить. Если нету башни, по которой необходимо там отрабатывать элементы трехколенной лестницы или штурмовой лестницы, значит, мы стараемся ее построить. Соревнования не пройдут, а вся эта материальная база и подготовка людей, которые готовятся к этим соревнованиям, она останется. Команда 33-й пожарной части Коряжмы одержала в этом году достойную победу. Участники сборной в первый же день завоевали призовые места практически во всех видах состязаний. Также в зачетных дисциплинах отличились представители специализированной противопожарной аварийно-спасательной службы филиала группы «Илим». У нас ребята, то есть, которые сейчас здесь участвуют, они помимо своей профессиональной деятельности ходят, занимаются, там, вот, например, спас ходит, занимается 2 раза в неделю, то есть, допустим, понедельник, пятница. Тут целый комплекс подготовки. Тут не пробежать так просто. Уже известно, что в 2018 году областные соревнования огнеборцев пройдут в Вельске. Кстати, команда этого города одержала победу в предыдущих состязаниях. А теперь в Плесецкий район. Наши архангельские коллеги встретились там с человеком, снявшимся в главной роли в фильме Андрея Кончаловского «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. Жизнь нашего земляка после съемок круто изменилась. И, кстати, Трепицын уже не почтальон. Посмотришь на этого простого мужика и не подумаешь, что перед тобой звезда мирового кинематографа. У Алексея Трепицына в жизни все происходит неожиданно. Случайно родился, он 4-й сын в семье, а мама хотела дочку. Предложение сняться в кино тоже как снег среди лета. Опять же случай свел с будущей женой, снимались вместе в фильме. Звездой себя Алексей Трепицын так и не почувствовал. Слава сама его нашла. Ну, первое время интересно было. Там особенно, если куда-нибудь в район, в область поедешь, там в магазинах начинают узнавать незнакомые, там, да, это, как бы. Чего, говорили? Непривычно. Тогда а что говорили, что вот артист идет или еще что-нибудь? Какой артист? Засветился просто влево. И такой засвет разделил жизнь Трепицына на до и после. Кто-то поздравлял, кто-то завидовал, а кто и недоумевал, как простой почтальон смог сняться в кино. Трепицын шутит: легче дрова колоть и траву косить, чем дубль за дублем повторять одно и то же. Один раз даже хотелось бросить все, надоело сниматься, но не мог подвести самого Кончаловского и не пожалел об этом. Тимка, привет! Привет! Сам вот как он, вот как с вами, так вот. Интересно с ним разговаривать. Он... Кончаловский. Да, с Кончаловским. Он по всем направлениям там
Если там об кино, так это понятно, что он тут метр кино, а в других то отраслях там же кровь не пас, там прошедшее хозяйство кубекает. Там где-то там, вот там я в Голландии был, там так-то, тут вот такие дела. Ну, такой башковитый уже, да, интересно. Кончаловский же пообещал Трепицыну, если тот станет депутатом, а Колобок – еще один герой фильма – руководителем банка, то именитый режиссер обязательно снимет и вторую серию. Впрочем, сам Алексей считает себя разовым артистом и больше сниматься не намерен. Единственная роль в фильме стала в жизни Трепицына судьбоносной. По сценарию он был влюблен в женщину, которая уже после съемок стала женой в реальности. Тут тоже ощущение, тут тоже из-за кино, тут не из-за кино, наверное, тоже. Ну, не знаю, так получилось. Как раз после фильма, поэтому или так получается, или ощущение обстоятельств. Все, мы друг друга давно знаем. А вот у нее, видишь, это муж, ну, погиб. И год прошел, то что-то так разговаривали, а потом решили пожениться. Ну, как бы, ей тоже надо все равно помогать, трое детей. Ну, что, вроде нормально все, живем. Еще сцена фильма, когда у Трепицына украли подвесной лодочный мотор. Он бросает работу почтальона, деревню и переезжает в город. В реальной жизни Алексей также переехал из своей деревни в Вершинино, центр Плесецкого сектора Кинозерского парка. Теперь работает начальником местной пожарной части. Но если фанфары, киносъемки и премьеры могут остаться в прошлом, то малая родина, деревня Косицына, что в 10 километрах по воде, никогда. Ее Трепицын не забывает и постоянно туда возвращается. Правда, почему, и сам объяснить не может. К другим темам. Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о введении в России курортного сбора. Первыми участниками эксперимента по взиманию налога с туристов за пользование курортной инфраструктурой станут Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край. Старт проекта запланирован на 2018 год. Сумма сбора не должна превышать 100 рублей с человека в сутки. Платить будут совершеннолетние путешественники, находящиеся в курортной зоне более 24 часов. Предполагается, что эксперимент продлится 4 года. По его итогам власти решат, нужно ли вводить подобный налог на всей территории страны. Собранные средства планируется направить на развитие курортной инфраструктуры российских регионов. По предварительным подсчетам, дополнительный объем поступлений в муниципальные бюджеты превысит в общей сложности 25 миллиардов рублей. Цены на рынке товаров и услуг с одной стороны растут, а с другой появляются компании, которые предлагают не менее достойное качество, однако уже по более доступной стоимости. Сменить отопительное оборудование сейчас, казалось бы, самое время, пока отключены батареи. Но считается, что процесс этот достаточно затратный. Так ли это на самом деле, выясняла наша съемочная группа. Алюминиевые радиаторы от 319 рублей за секцию, биметаллические от 369. В чем подвох такой низкой цены? Оказывается, продукция финской торговой марки «Ламин» производится в Восточной Азии. Все процессы изготовления настолько оптимизированы, что затраты получаются небольшими. Отсюда и такая доступная стоимость. А ведь многие специалисты считают это отопительное оборудование просто уникальным, потому что нестандартный подход здесь наблюдается во всех аспектах. Начиная от оригинального состава сплава, антикоррозийной обработки и заканчивая технологии покраски. Батареи сохраняют идеальный внешний вид на протяжении всего срока службы. Защита от коррозии предупреждает засорение агрегата. Ну а какой радиатор выбрать, алюминиевый или биметаллический, тут подскажет внимательный продавец-консультант. Алюминиевые радиаторы, они полностью алюминиевые, и проходные трубы, по которым бежит вода, она тоже полностью алюминиевая идет. А у биметаллических труб, у них стержень, по которому бежит вода, он стальной идет. Выбирая радиаторы «Ламин», не забудьте об аксессуарах. Монтажные комплекты, регулировочная и запорная арматура обеспечены 7-летней гарантией на все виды производственных дефектов и обещают герметичность отопительного прибора на протяжении всего срока эксплуатации. Ну а пока мужчины раздумывают, сколько радиаторов «Ламин» потребуется для вашей квартиры, предлагаем заглянуть в домашний отдел. Здесь просто огромное количество летних новинок. Особая гордость – подушки, полотенца и одеяла из льна. Они хороши тем, что холодят в жару, а в мороз, наоборот, согревают. Интерьерных подушек в доме
доме много не бывает. В Реалмаркете есть варианты для любого стиля. Пора заменить пуховое одеяло на вот такое стеганое. Оцените и большое поступление постельного белья отменного качества. Кстати, в отделе есть знаменитый ивановский, белорусский текстиль, не обошлось и без шведской Икеи. Но самое главное, все эти прелести создадут очень уютную обстановку в вашем доме. Он по-настоящему станет тем самым идеальным жилищем, куда всегда захочется вернуться вашим родным и близким. Напоминаем, что завтра последний день ремонтных работ в Котласском цехе УКВ радиостанции. Отключение вещания возможно в период с 9 до 18 часов. При этом их продолжительность не должна превышать 4 часов в день. Кроме того, с 5 до 10 утра в эти дни временно прекращено вещание канала РЕН-ТВ в связи с проведением профилактических работ. На сегодня это все. Адрес редакции Котласского объединения телевещания — Ленина, 31. Телефон для справок 265-63. Смотрите нас и оставайтесь в курсе событий. Три шага к идеальному пикнику. Заходи в гастроном «Семеновский», купи все необходимое, а потом отдыхай на полную катушку. Ароматные шашлыки, мангалы и коптильни – все для развлечений на свежем воздухе. «Семеновский» – отпуск и отдых начинается здесь. Ваша свадьба станет самым незабываемым событием. Об этом позаботимся мы, дизайн-студия «Флорина». Только для вас классические дизайнерские букеты и композиции, стильный декор зала и автомобиля, романтические фотозоны, оформление выездной регистрации. Дизайн-студия «Флорина». Свадьба, о которой ты мечтала с детства. Созидайте вместе с нами. Торговый центр «Строймир» предлагает все для вашего ремонта. Сайдинг в наличии под заказ, лакокрасочные материалы, электроинструмент, сантехника и профнастил. Строить с нами так легко, мы от вас недалеко. «Строймир» на Болтинском шоссе, Пугачева, 22. Все начинается с мечты. Когда ты понимаешь, что можешь. Когда ты чувствуешь, что любишь. Когда дух свободы зовет тебя туда, где бескрайнее небо. Твоя земля, твой мир. Коттеджный поселок Любимого. Успевайте выбрать свой участок на сайте любимого29.ру. Быстро, качественно, недорого. Реклама в местных теленовостях. Звони 206-14 или 265-63. Приходи, Ленина, 31, офис 20, телекомпания «Космос». Семеновским каждый летний день будет вкусным и жарким, ведь время горячих скидок в гастрономе продолжается. Колбаса докторская «Особая славница» стоит всего 161 рубль, бекон по-венски 94,90 за упаковку. Отличная цена сейчас на ветчину «Прима» от компании «Агромясопром» и на сосиски. Успевайте сделать запас полуфабрикатов по выгодным ценам. Пельмени рыбные в гастрономе всего 42,50. Бульмени и бамбушки из куриных грудок чуть больше 70 рублей. Манят низкой ценой котлеты «Вычагод», бифштексы двинские, чебупели и блины с мясом. Десяток яиц первой категории от местного производителя всего 34,20. На шашлык замаринованная свинина по 274,90. Суток, с вами Валерия Власова. Я расскажу вам о погоде на завтра, 21 июля. Наш прогноз выходит при поддержке стильного отдела «Манго», что располагается в торговом центре «Адмирал». Ну вот и пришла пора для купальников. Выбирайте в «Манго» открытые, закрытые, танкини, бикини всех цветов и размеров. Тренд сезона – джинсовые куртки, для прогулок вечерами – кардиганы. И каждый день станет праздником вот в таком летнем платье. Хлопковые красивые футболки, действуют скидки на обувь для яркого образа, стильные сумки. И, конечно же, для тех, кто собрался в отпуск, вместительные и облегченные чемоданы. Ждем вас в «Манго», торговый центр «Адмирал», второй этаж. По лунному календарю в пятницу можно садить влаголюбивые растения. Также стоит более трепетно относиться к близким людям. Заботая о вас и ваших родных, акция магазина «Шикарный берег». Нам не важно, кто ты и где твоя работа. Менеджер или юрист, сварщик или тракторист, президент или посол. Главное, чтоб новосел. Если двери ты купил, значит, скидку получил. В сети магазинов «Шикарные двери» акция «Новосел». При покупке дверей скидка 6000 рублей. «Шикарные двери». Открывайте с любовью. Котлас, Фрунзе 11, ТЦ «Рубин», ТЦ «Южный». 8 921 244
8044-99-29, Коряжма, Дыбцина 2. Ну а завтра в городе ожидается малооблачно, без осадков. Днем 18-22 градуса тепла, ночью от плюс 14 до плюс 18. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер восточный 2 метра в секунду. Берегите друг друга. Увидимся завтра в это же время. Спонсор одежды ведущего – магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию. «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат», второй этаж.